Смотрите, я вот сейчас вам скажу три фразы, а вы оцените степень юмора. Вот первая фраза. Масло подорожало. Вторая фраза. Курс доллара упал или поднялся. Третья фраза. СССР распался. Теперь говорю немножко по-другому. Купец Сидоров поднял цену на подсолнечное масло. Мировая мафия подняла курс доллара. СССР расчленен для захвата его ресурсов. Понимание другое. А что я сделал? А я назвал просто вещи своими именами. Потому что нет неуправляемых процессов. Если где-то что-то происходит и совершается, то это значит, кому-то нужно. Тем более в обществе людей ничего случайного нет. И все подчинено вот этой глобальной политике. Хотим мы или не хотим этого. Так вот, нам-то внушают, СССР распался. И все эти ученые, политологи и социологи, да, СССР распался. Империи распадаются сами. Да не распадается ничего, само собой, как ступа с бабой Ягой. Ничего этого нет. То есть СССР был расчленен, имелась цель, я вам о ней уже говорил, а инструментарием было высшее ее руководство. Причем это руководство тоже все обрабатывало.